Дорогие братья и сестры, дорогие мои друзья славяне. Драго, братья и сестры, дорогие мои приятели славяне. Разрешите приветствовать вас миром и любовью нашего Господа Бога Иисуса Христа. Дозвольте мне да вас поздравим и да вам пожелим мир и любовь от Господа нашего Иисуса Христа. Также разрешите мне передать горячие приветствия от ваших братьев и сестер из России. А также позвольте мне, да вам принесем теплые поздравы от ваших братьев, и сестер из России. Хотя в России сейчас очень холодно. Мада и в России сада яко холодно. И когда я в воскресенье улетал из Москвы, было минус 23 градуса. И когда я в неделю полетел из Москвы, в Москве было 23 степени из-под нуля. И вся земля покрыта вот таким слоем снега. И вся земля покрывана великим слоем снега. Все равно привет, который я привез из России. Все равно поздрав, который я привез из России. Он очень горячий. Он и я потопал. Потому что это от широкого русского славянского снега. Сегодня мои соотечественники, россияне, особенно жители столицы, москвичи, живут в страхе. Данас мои сународници руси, поготово они, кои живе в Москве, живе с великим страхом. Вы, наверное, слышали о тех трагедиях, которые недавно имели место в Москве. Vi ste sigurno čuli za te velike tragedije koje su se nedavno dogodile u Moskvi. Ljudima je strašno živjeti u velikom gradu. Ljudima je strašno da žive u velikom gradu. I очень mnogi начинают думать о том, чтобы выезжать из Москвы. I mnogi čak počinju da razmišljaju o tome da napuste Moskvu. Потому что никто не знает, когда взорвется очередной многоэтажный дом. Jer niko ne zna kada će doći do eksplozije nekog od moskovskih zgrada. Kada progremi očigledni vzriv u moskovskom metropolitenu. Kada će se dogoditi eksplozija još jednog u moskovskom metropolitenu. Mi ne znamo toga što ждет nas sljedeću minutu života. Mi ne znamo šta nas čeka sljedeće minute života. I potom nam strašno. I zbog toga nam je strašno. I... Эта ситуация напоминает мне слова, которые однажды произнес Господь наш Иисус Христос. И эта ситуация меня подсвечивает на речи, которые один рекал Иисус Христос. Слова эти записаны в Евангелии от Луки в 21 главе. И эти речи записаны в Евангелии по Луки в 21 главе. 26 стих. 26 стих. Люди будут издыхать от страха. Люди будут умирать от страха. В ожидании бедствий, грядущих на Вселенную. И ожидания того, что идет на Землю. Страх. Страх. Кто не знает, что это такое? Может, не знает, что это страх? Кто никогда в жизни не испытывал ни разу чувства страха? Da li postoji neko ko nikada u životu nije doživeo osjećaj straha? Podignite ruke. Podignite ruke. Все-таки одна рука поднялась. Jedna ruka je bila podignuta. Слава Богу, что есть человек, хотя бы один человек, который не знает, что такое чувство страха. Hvala Bogu da postoji barem jedan čovjek koji ne zna šta je to osjećanje straha. No, vi znate, to je tako redko isključenje. Ali vi znate, to je tako redak izuzetak. Naravno, každomu čovjeku u ovoj životu, no, hoća bi jedan raz prihodice ispitivati strah. Ali mislim da svakom čovjeku u njegovom životu, barem jednom, on dolazi u stanje da ima osjećanje straha. 10 лет назад я пережил чувство, настоящее чувство страха. Пред 10 годами имал сам осечание правого, стварного, истинского страха.
Никогда до того я не испытывал такого страха. И никогда до того я не имел такого страха. И после того я тоже не испытывал такого страха. И после того также я не имел такого страха. Вот настоящий страх я испытал, когда врачи сказали мне о том, что у моей жены рак, злокачественная Истинский страх я сам доживел, когда со мной лекари рекли, да моя жена има рак. Для меня всегда казалось, что кто-то и где-то болеет такими страшными болезнями. И увек сам мислил, да некто другий и негде тамо болует тим страшным болезнями. А меня или моих родных и близких это никогда не коснется. А да, мене и моих близких, то никогда, то нам никогда не будет сдаться. Но оно коснулось. Али и покона на себя такое. И когда мой коллега, мой друг приехал ко мне домой и привез результаты анализов. И когда мой коллега, мой друг дошел к нам в кучи и донес нам результаты анализа. Он не стал подниматься к нам в квартиру на 9-й этаж. И он сейчас мне не попал, под нас устану 9 спрят. Он позвонил мне и сказал, чтобы я спустился вниз к нему. Он меня позвал и рекал, да се я спустим доле. И он мне показал эти бумаги с результатами анализа. И он мне показал те папиры с результатами анализа. Это были результаты биопсии. То было, то были результаты биопсии. И я сам своими глазами увидел диагноз, который был поставлен моей супруге. И сам с своим очима видел диагнозу, которая была поставлена моей супруге. Мне стало страшно. И мне было страшно. По-настоящему страшно. Истински стварно страшно. И когда мы там внизу говорили с моим коллегой, с доктором. И когда мы доле, из-под сграды, когда мы разговаривали с моим коллегом. Моя жена вышла на балкон. На 9-м этаже. Моя жена изошла на террасу на 9-м спрату. И она видела, что мы встретились с доктором и о чем-то говорим там внизу. И она видела, да, мы все сустрелся с доктором и да, мы нечто причем о том. И первый вопрос, который она мне задала, когда я поднялся к нам на 9-й этаж и вошел в квартиру. И первое питание, которое мне поставило, когда сам се вратил горе и когда сам дошел в стан. Ой, вы знаете, какой это был вопрос? Вы сигурно предпоставили, какое это было питание. И что я должен был сказать? И что сам я могла бы не кажу? Я пытался всеми силами подавить в себе этот страх. Я сам покушала на все начины, да сманить тай страх у себя. Я всем своим видом показывал, что все нормально, что все хорошо. Я сам настоял, да, изглядом, как да все у меня, да все нормально, да все добро. И, конечно же, я ей не сказал всей правды. И, наверное, я ей не сам рекал целую истину. Я не нашел в себе этих сил. Я не сам у себя нашел снаги за то. Пауль Тиллих, известный богослов 20-го столетия. Пауль Тиллих, познатый, познатый теолог 20-го века. Основатель нового направления в богословии, которое известно как богословие культуры. Основатель нового праца у теологии под названием теология культуры. Говорит о том, что каждый человек на этой земле говорит о том, что каждый человек на этой земле живет под тройственным гнетом страха или тревоги. Говорит, что каждый человек на этой земле живет под тростроким страхом или да, тростроким страхом. Первый вид страха или тревоги – это страх смерти. Первый вид страха или те узнамеренности – страх от смерти. Второй вид страха или тревоги – это тревога пустоты жизни, тревога
отсутствие смысла жизни. Другий страх или узнамеренность є у ствари страх от празнини живота, от недостатка смысла, односно бессмысленного живота. И третий вид тревоги, третий вид страха, который сопровождает, опять же, каждого человека, это тревога вины, чувство осуждения. И третий вид страха, который также всякий человек доживает, это страх или узнемиренность сбок кривицы, односно ближе совести. Тревога смерти – это наиболее яркое, наиболее страшное, наиболее трагическая тревога. Узнемиренность сбок смерти – это наивысшая и наиузнемирующая Потому что смерть неизбежна, человек не может избежать ее. За то, что смерть неизбежна, человек не может ее избежать. Хотя он пытается делать все возможное, чтобы самому себе внушить мысль, что смерть не так уж и страшна. Мада он покушава да уреди све и покушава да у свой разум у своей мысли. Что смерть не страшна. Да. Он покушава да себе каже, да смерть не страшна. Человек пытается самого себя убедить в том, что смерти нет. И он покушава сам себе да убеди, да смерть не постоит. Возьмите любую религию мира. Ако узмемо било коју религију на овом свету. В основе практически любой религии мира лежит представление о так называемой загробной жизни. У основе всякий из них се говори о животу после смерти. Это представление о загробной жизни как раз-таки связано с нежеланием человека умирать. И управо ово настояние и Njihova ta učenja o životu posle smrti su upravo posljedica toga što čovjek ne želi da umire. I v hrišćansku religiju tože vošlo to predstavljenje. I u hrišćanstvu se također pojavilo ovo predstavljenje. Eto predstavljenje bilo zaimstvovano iz jezičkih religija. I ova predstava bila je uzeta od nezabožaca. Это представление было заимствовано из греческой философии. Она также была позаимствована и из греческой философии. Поскольку Слово Божие, Бога откровенное Слово Божие, говорит о неизбежности смерти. За то, что речь Божья, Божье откровение, говорит о неминуемости смерти, да что она сдочь. Смерть есть следствие греха человечества. Смерть и последствия людского греха. И невозможно человеку самому избежать этого последствия греха. И сам человек не может избежать последствия греха. Как бы человек себя не убеждал в том, что ее нет смерти. И сколько человек настоял до себя убедить, да смерти нема. Смерть реальна. Смерть реальна. Смерть неизбежна. Она неизбежна. Она трагична. И трагично. Сегодня есть богатые люди в Америке. Данас пустое богатые люди в Америке. Которые тратят миллионы долларов на эксперименты. Кои троши миллионы долларов на эксперименты. С замораживанием в жидком азоте человеческого тела. Что се тиче замерзавания людского тело у течный азот. Они надеются на то, что когда-то наука разгадает тайну жизни и смерти. И они се надеют, да че некогда в будущности наука отговорить на питание человеческого живота. И тогда этих богатых людей разморозят опять. И да че тогда те богатые люди опять да отмерзну. И они вернутся к жизни. И да че се вратить в живот. И будут жить вечно. И да вечно жить. Человек не хочет умирать. Человек не желает умереть. Это неестественно для человека.
To nije prirodno za čovjeka. Koji родился, koji prišao u этот мир. Koji se rodio, koji je došao na ovaj svijet. Пришел в этот мир для того, чтобы жить. И дошел на ови свет, да бы жигал. Неестественно для него умирать. И из-за него не природно и не нормально, да он умер. Я никогда не забуду трагедии смерти маленького ребенка. Я никогда не хочу заборовить трагедию смерти малого детета. Когда я работал еще детским врачом в реанимации, kada sam još uvijek radio kao dečji doktor u reanimaciji. Ja pitalo sam spasti žizn ribjonka. Ja sam pokušavao da spasim život tog deteta. No ja ponimao što ja besilen, ja ničego zdjelat ne mogu. Ali sam shvatio da nemam snagu i da ja to ništa ne mogu da uradim. Ja djelal masaž srca ribjonočku. Radio sam masažu srca detetu. Я делал искусственное дыхание. Радио сам вештачко дисање. А за моей спиной стояла мать этого ребенка. А из-за моих плечей стояла мать этого детета. И она кулаками стучала мне в спину. И она пресницами ударила в мое плечо. И кричала: «Доктор, спасите моего ребенка». И вриштала ей: «Доктор, спасите мое дете». А я понимал, что я не могу спасти. А я сам схватила, да ничто не могу да уредим и не могу да спаси. Потому что я не Бог. Зато что я не сам Бог. Я бессилен вернуть жизнь в умирающее тело ребенка. И да, я не могу да вратим живот у умирающее тело детета. Вы знаете, страх смерти сопровождает нас не только когда мы сталкиваемся с ним непосредственно. Страх от смерти не доминируется само под нас, когда мы сосредоточимся с смертью. Этот страх смерти сопровождает все наше бытие, все наше существование, каждую минуту нашей жизни. Ведь оно присутно в целокупном нашем бытии, в каждую минуту наших жизней. Второй вид тревоги, второй вид страха, о котором говорит упомянутый нами богослов, это тревога пустоты жизни. Другий вид страха или узрянности, о коме овый человек говорит, есть страх от празднины живота. Конечно же, человек пытается придать своей жизни какой-то смысл. Наверно, человек покушает во своем животу, да, некий смысл. Но вы знаете, без Бога и вне Бога, наверное, невозможно жизни придать какой-то смысл. Без Бога тяжко тебе животу дать било какой смысл. В чем смысл этой жизни, если все мы обречены на смерть? У чего смысл нашего живота, если мы все осуждены на смерть? Вы знаете, когда-то наши родители, наши деды и прадеды пытались построить светлое будущее, коммунистическое будущее здесь на Земле. Знаете, некогда су наши прадедови, прародители и наши дедови и родители настояли да успоставе сјајну светлу будућност коммунизмом. Они поставили перед собой очень, ну, хорошую, благородную цель. Они су пред собом поставили добар циљ. И, конечно же, на какое-то время их жизнь обрела смысл. И после определенного времени ихов живот изгубил смысл. Им казалось, что они смогут построить лучшую жизнь для своих детей. И они сумислили, да могут да успоставе более живот за свою децу. И это активный труд в деле строительства нового, светлого будущего наполнял смыслом их жизнь. И тај активан рад, да своји деци обезбеде болју, светлију будућност, је у ствари њиховим животима давао смисао. Но когда все эти планы построить светлое будущее рухнули. Али, когда су свити планови
Да успостите долю будущность, когда су пропали. И жизнь потеряла смысл. Нихови животи су изгубили смысл. Статистика свидетельствует о резком скачке попыток самоубийства после краха коммунизма. Статистика говорит о наглом поясту броя самоубийства после пада коммунизма. Многие люди потеряли интерес к жизни. Многие люди су изгубили интерес. Когда поняли, что жизнь не имеет смысла. Когда су схватили, да, нихов живот не имеет смысла. Представьте себе, что отсутствие смысла в жизни. Замислите, да, то отсутствие смысла в животу. Пустота этой жизни. Та празднина живота. Подталкивает человека к смерти. Уствари горе человека к смерти. Третий вид тревоги, третий вид страха, о котором говорит упомянутый нами автор. И третий вид страха, то есть о которой говорит этот писец. Это тревога вины и осуждения. То есть узнаменность због кривицы, због совести. Этот вид страха испытывает опять же всякий человек в жизни. И этот вид страха также доживлява всякий человек в своем животе. Даже великие и сильные этого мира тоже испытывают этот страх, эту тревогу вины. И также великие и якие люди, которые живели на этой земле, которые и сада живут, имеют узнемиренность от этого проблема. Даже те богатые люди, которым удается избежать справедливого наказания, они тоже мучаются чувством вины. И чак и люди, которые успевают да избегнуть, которым удается избежать справедливого наказания за свои преступления. Кои успевают да избегнуть казну за свои преступы. Они тоже мучаются чувством вины. Они также имеют. Односно, они се мучи со осетчанием кривицы. Я напомню вам о судьбе известного израильского царя Давида. Вспомнючу вам судьбу познатого царя Давида, иудейского царя Давида. Во второй книге царств, в 12 главе. У другом царевима. В 12 поводу говорится о состоянии Давида после совершенных им грехов или преступлений. Только у нас, я мислю, друга Самуилова, 12 поводу. Да. Стихи 16 и 17. 16 и 17 стих. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид. И Давид се молише Богу за дете, и постише се Давид. И уединившись, провел ночь лежа на земле. И дошевши лежеше преко ночи на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли. И старейшины дома негова усташе око него, да го подигне с земли. Но он не хотел. А его не хотел. И хлеба не ел. Нити еды, что с ним. Жизнь потеряла всякий интерес для него, великого царя. Живот я изгубил всякий смысл за него, великого царя. Хотя у него было все. Мадали он все имел. Он ни в чем не нуждался. Ему ничто не было потребно. Он потерял интерес к жизни. Он изгубил жаль за живот. Потому что на него давило это чувство вины, осуждения. Ведь он имел то осетчание кривицы. И в отчаянии он просто валяется на земле. И в
плачею, он сияет становая по земле. Он отказывается от еды. Он не желает даете. Ему ничего не мило, ему ничего не интересно. Ничто ему не мило, ничто ему не интересно. Вот в этом состоянии отчаяния он пишет свой знаменитый 50-й псалом покаяния. И он в этом стане, он пишет свой познанный псалом покаяния. В русской Библии это 50-й псалом, в вашем 51-й, да? Радость и веселье. В 10 стиху он каже: «Учини ми, Боже, чисто сердце и дух прав поновлю мене». То вероятно 8 код нас. Дай мне услышать радость и веселье. Дай мне да слушам радость и веселье. И возрадуются кости тобою сокрушенные. Да се прему кости, кое си потрам. Далее я читаю 14 стих, у вас, наверное, будет. Возврати мне радость спасения. 12 стих. Врати мне радость спасения своего. 16 стих. Избавь меня от крови Божьей. Избави меня от крови Божьей. Давид не может жить вот в таком состоянии. Давид не может жить в этом состоянии. Это чувство вины просто лишает всякой радости его дальнейшую жизнь. Осознание кривицы лишает его живот било какой радости. Чувство вины, осуждения сопровождает каждого из нас в этой жизни. Осознание кривицы пратит всякого от нас в нашем животе. И хотя человек пытается заглушить его любыми возможными средствами, и мада человек покушава да га угоши на било кой начин, все равно это тягостное чувство вины и осуждения, оно рядом с каждым из нас. Све едно, то мучно стане, осечание кривице е со сваким от нас. Вот это состояние, в котором пребывает каждый человек тройственного гнета тревоги. И ово стане трострукок страха, узруяности. Делает жизнь человека просто невыносимой, безысходной. Это состояние отчаяния. Чини живот свакого человека неподношливым. Что такое отчаяние? Что это отчаяние? Это отсутствие надежды. Отчаяние е отсутствие надежды. То есть это какая-то черта, дальше которой уже ничего нет. То есть как одна черта, из-за которой больше ничего нет. Но даже в этом состоянии, состоянии отчаяния. Али чак и в том стане, стане отчая. Когда, казалось бы, все, жизнь не имеет больше никакого смысла. Когда мыслим, да е ведь все готово и да наш живот више не может ни да има било какого смысла. Мы можем продвинуться дальше. Мы можем да идемо далее. Если мы знаем Бога. Ако ми знамо Бога, ако го познаем. Если мы знаем те выходы, которые Бог нам предлагает от этого тройственного гнета тревоги. Ако познаємо излоз и решение, кое нам Бог пружа от тог трострукого стання страха и узрянности. И человеку, который живет под страхом смерти. И человек, который живет под страхом смерти. Иисус Христос говорит. Иисус Христос каже. Я есть воскресение и жизнь. Я сам воскресение и живот. Верующий в меня, если и умрет, оживет. Кой мене веруе, ако и умре, живече. Человеку, который живет под вот этим постоянным страхом смерти, Христос говорит. И человеку, кой живи под этим страхом смерти, Христос говорит. Я пришел, чтобы вы имели жизнь. Я сам дошел, да ви живот имате. И чтобы имели жизнь с избытком. И дабы имали живот у изобилия.
Человеку, который живет под страхом смерти, Христос говорит. Человек, который живет под страхом смерти, Христос говорит. Я имею ключи ада и смерти. Я имам ключеве от смерти и пакла. Не бойся. Не бойся. Я есть первый и последний. Я сам первый и последний. И живы. И жив. Я был мертв, но все жив во веки веков. И был сам мертв, али сам сада жив и во веки веков очевиден. Своей победой над смертью. Своим победой над смертью. Иисус Христос избавляет всех нас от страха смерти. Иисус Христос избавляет нас от страха смерти. И как радостно, как торжественно звучит возглас апостола Павла. И как радостно, как усвеченно звучит глас апостола Павла. Из первого послания Коринфянам 15 главы. Из первого Коринфянам 15 главы. Смерть, где твое жало? Где тебе смерть и жалость? А, где твоя победа? Где тебе папа победа? Нам не нужно бояться всего этого. Мы не должны быть боимы овок. Потому что Христос избавляет нас от страха смерти. За то, что нас Христос избавил от страха смерти. Человеку, который потерял всякий смысл в этой жизни. Человек, который изгубил всякий смысл живота. Человек, который страдает от пустоты этой жизни. Человек, который страдает, патит от отсутствия смысла в жизни. Иисус Христос говорит. Иисус Христос говорит. Я есть путь, истина и жизнь. Я сам путь, истина и живот. И Иисус Христос готов придать новый смысл жизни любого человека. И Иисус Христос может дать смысл животу всякому человеку. В свое время Давид, который пережил такую страшную трагедию в своей жизни. И в свое время Давид, когда переживал ту страшную трагедию в своем животе. Сыну своему Соломону говорил следующие слова. Своему сыну Соломону рекал следующую речь. Это записано в первой книге Паралипоменон. Первого дневника. 22 глава. 22